Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Кто там? Здравствуйте, малыши! Привет! Добрый день! Привет! Какие красивые у вас домики, девочки! Крошик, а где твой домик? Я его сейчас построю! Будет как настоящий! Можно мы с тобой будем строить? Вы не умеете! Оп, я в домике! А как же ты теперь оттуда выйдешь? Ой, никак, помогите! Кто там? Это я, Крошик, в домике! Выходи к нам, Крошик! Не могу, я дверь забыл сделать! Неудобно выходить без двери! Придумала! Отлично придумано, пандочка. Теперь у нас есть дверь. А что еще должно быть в домике? Окошко, чтобы на улицу смотреть. О! Стена! Домику нужна стена! О! Кто там? Это я, Пандочка! И Нюшенька! Заходите! Красивый получился домик, но... Маленький! Никак гости не помещаются! Пока, Крошик! Подождите! Крошик? Давайте построим новый дом! Большой! Чтобы все поместились! А еще? Дворик! Надо же, сколько всего нужно, чтобы получился настоящий дом! Молодцы, малыши! Ничего не забыли! Дом и квартира. Ёжик, ты куда-то собрался? Путешествие! По горам или по морям? По нашему дому. Этот дом, этот дом, много комнат разных в нем. В них мы проживаем и переживаем. Утром, вечером и днем песенки поем. Это спальня, чтобы спать, в ней уютная кровать. Все должны на свете ночью спать, как дети. В каждом доме кухня есть, чтобы все могли поесть. В ней живут кастрюльки, ложки спят, как в люльке. Две сковороды, царствие еды. Еще есть комната ванная, ванная, мыльно-пузыристая, брызгально-фонтанная. В ней мы моем руки, в ней мы моем лица, в ней, как говорится, водится водица. Этот дом, много комнат разных в нем. В них мы проживаем и переживаем. Утром, вечером и днем песенки поем. Утром, вечером и днем песенки поем.
кошка. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Какой у вас уютный домик! Это я придумала! О, как красиво! Ага! Ой. Какой сильный ветер! Надо от него спрятаться! Теперь не дует. Ага, тихо. И не видно ничего. Чтобы было видно, нужно закрыть окошко чем-то прозрачным. Прозрачным? А, знаю! Вот. Клейкая лента? Да, ежик, ты прав. Она прозрачная, но... Ура! Приделаем ее, как кошку! Не дует! И все видно! Ой-ой-ой! Лента не подошла. Найдем другое прозрачное. Ежик! Не липкое! Что это? Гладкое и прозрачное. Малыши, это стекло. Стекло? Стекло подойдет. Ой, получилось! Мы молодцы! Как хорошо, когда в доме уютно и ветер не дует. Да, малыши? Стекло. Малыши, а вы знаете, из чего сделано окошко? Да, из стекла. Удивительное дело получается, друзья. За окном снежинку видим, а дотронуться нельзя. Между нами и снежинкой помещается стекло. Мы все видим, и к тому же в нашем домике тепло. Вот стакан стоит стеклянный, и бутылка с молоком, и старинная картина прикрывается стеклом. Аквариум, ребятки, из стекла со всех сторон, и мы видим, как там рыбки проживают за стеклом. Со стеклом, ребята, надо осторожным очень быть. Если быть неосторожным, можно в раз его разбить. Цинь! Так что надо просто помнить, очень хрупкое стекло. Ой, пока мы с вами пели. Цинь! Наше время и стекло. Так что надо просто помнить, очень хрупкое стекло. А пока мы с вами пели, время песни и стекло. Дом для рыбки. Здравствуйте, малыши! Чем занимаетесь? Здравствуйте! Озеро делаем! Свое озеро? Хорошо придумали. Ага, придумали! Нужно еще чуть-чуть! Еще капельку! Ёжик, в твоё ведёрко попала рыбка. Ничего себе! Крошек, рыбка! О-о-о!
Малыши, надо бы выпустить рыбку в озеро. Выпустим! В наше озеро! У рыбки новый дом. Еще рыбка! Да, прыгай! Кажется, рыбке не очень весело в вашем озере. Не весело? Надо с ней поиграть! Вот. Играй, рыбка! Не играет! А! Рыбка хочет кушать! Приятного аппетита! Рыбка, ну не грусти! Малыши, а может, рыбка соскучилась по своему озеру? О-о! Рыбкино озеро такое большое! Рыбка там заблудится! А у нас не заблудится! И мы ей петь будем! Ага! Ла-ла-ла! Рыбка! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Рыбка, улыбнись! Совсем загрустила наша рыбка. Что же теперь делать? Ой, рыбкины подружки такие веселые. Надо отпустить рыбку домой. Пока, рыбка! До свидания! Хорошо дома, уютно и есть с кем поиграть. Особенно если ты маленькая рыбка, а твой дом целое озеро. Рыбы. Малыши, что это вы делаете? Рыбку. У нее есть хвост и плавники. Все правильно. В океане или в море, или в озере большом, или в речке быстротечкой рыбам очень хорошо. Рыбы машут плавниками, рыбы двигают хвостами. Представляешь, дорогой, рыбы дышат под водой. Ой, ой, ой. Малыши, а вы знаете, что в море есть много необычных рыб? Какая носатая рыба? Это рыба-пила. Ой, полосатая, как зебра! Правильно, Нюшенька. Эта рыба так и называется — рыба-зебра. А я свою рыбку придумал — рыба-лопатка. Крошик, ты настоящий фантазер. Очень смешная рыба получилась. В океане или в море, или в озере большом, или в речке быстротечке рыбам очень хорошо. Рыбы плавают туда, рыбы плавают сюда, а над рыбами, под рыбами вокруг одна вода. Да, да, да. Рыбы машут плавниками, рыбы двигают хвостами и губами шевелят, что-то нам сказать хотят. Что-то нам сказать хотят. Рыбы, эти рыбы, если б говорить могли бы. Замок. Ого! Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Вот замок делаю. А можно в нем поиграть? Играйте, конечно. Чур я принцесса. Да. А я буду. Ой. А замок-то полон опасностей, да, ежик? Я знаю, кем я буду. Не бегай. Не прыгай. Ежик, ты чего? Опасный сундук. Я-то
не мешаю, я защищаю принцессу. Я рыцарь. Рыцарь? Здорово. Я тоже всегда защищаю девочек от опасности. А меня не надо защищать, я сама. Ну и ладно. Пандочка, что случилось? Кажется, я застряла. Что? Ёжик, ты настоящий рыцарь. Спасибо, ёжик. Пожалуйста. Ёжик, пандочка, может, вернете мебель в замок? Пандочка, я буду безопасной принцессой, обещаю. Теперь я совершенно спокоен. С таким рыцарем наша принцесса в безопасности. Безопасность дома. Крошек, это опасные. На плите стоит кастрюлька, а в кастрюльке буль-буль-буль. Булька-булька, булька-булька, кипяток. Удираем со всех ног. Кипяток всегда сердитый, ой, к нему не подходи ты. Есть на кухне мистер Нож, ты его дружок. Не трожь этот самый мистер Нож, на драконий клык похож. Он работник распрекрасный, но в руках твоих опасный. И еще должны все детки знать, что в доме есть розетки. Их не трогаем рукой, там живет ток-токыч злой. Если кто его тревожит, рассердиться токыч может. Так что даже дома-дома, где все вроде бы знакомо, надо твердо знать, друзья, что нам можно, что нельзя. Сладкий дом. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Какой красивый домик! И вкусный! А не многовато ли сладкого, малыши? Это же угощение! Для меня, барашек и пандочки! Домик готов! Еще нужен садик! Эта стена очень вкусная! Нюшенька, может, орешков или кураги? Розы красивее! Стена сладкая. И окошко сладкое. И ступеньки. А крыша самая-самая сладкая. Барашек, но это слишком сладкое. Я же чуточку. Здесь будет садик. Ля-ля-ля, а я садик посадила. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Барашек, ты что, сломал наш домик? Нет, он сам. Я только попробовал. А чем же пандочку угощать? Садиком. Ой. Ого, что это у вас? Ой, ничего, все сломалось. Давай починим. Нет, печенье кончилось. А это что? А это тоже сладости, еще и полезные. Потом окошки,
Ай да малыши! Какой красивый, сладкий дом! И полезный! А ты, барашек, что не угощаешься? Я наелся! Наелся? Ты же только чуточку попробовал! Чуточка была слишком сладкая! Можно мне чаю? Конечно, можно! И чаю, и полезных сладостей можно! Сколько угодно! Приятного аппетита, малыши! Спасибо! Сладости! Джем, повидло и варенье! Ах, какое наслаждение! Их из вазочки хрустальной чайной ложкой зачерпнуть! Вот джем, повидло и варенье поднимают настроение! Только если есть все это понемножку, по чуть-чуть! Ёжик! Что ты будешь делать из этих фруктов? Сладкий салатик. Барашек, ты тоже будешь делать салатик? Нет, я уже сделал сладкую конфетку. А ты, крошек, что будешь делать из морковки? Салат или конфетку? Я ее просто так съем! Она очень сладкая! Джем, повидло и варенье, мармеладки и печенье поднимают настроение, с ними жить чуть-чуть вкусней. Да. Джем, повидло и варенье уплетайте с наслаждением, но при этом не забудьте угостить своих друзей. Домики. Здравствуйте, малыши! Привет! Я делаю домик! Я тоже! Привет! Ой, домики! Малыши, а как вы сделаете крыши для своих домиков? Крыши? И, по-моему, он очень похож на крышу. Ура! У меня крыша! И у меня крыша! Спасибо! Барашек? Что ты там делаешь, барашек? Еще треугольники! Ой, елочка! Елочка! А почему бы вам не посадить лес? Красивые домики в лесу получились у малышей. Спасибо, барашек. Молодцы, ребята. Треугольник. Барашек, какую фигуру ты принес нам сегодня? Треугольник.
наш поставим домик. Треугольник, треугольник, будет этот треугольник защищать от ветра домик. Будет этот треугольник защищать от ветра домик. Да. Треугольный змей. Треугольный парусник. Треугольный знак. Треугольные флажки. Треугольник. И это треугольники. А это треугольник. Треугольник. Когда в уютный домик к нам придет любимый гномик, вместо шляпы этот гномик тоже носит треугольник. Вместо шляпы этот гномик тоже носит треугольник.